главные вещи, которые сегодня в Конституции закрепляются, это, конечно, социальный пакет. Президент об этом в послании много говорил. Но сейчас это будет в основном законе. И мы понимаем, что несмотря на все непростые экономические условия мировые, которые уже, в общем-то, и санкции, и все остальное, и мы в Крыму, в Севастополе особенно это чувствуем, санкционный режим, хотя при поддержке, конечно же, правительства, при поддержке президента, тем не менее, развиваемся и твердо стоим на ногах, тем не менее, сейчас в Конституции будет зафиксировано неснижаемый и минимальный размер оплаты труда, и что бы ни происходило, государство гарантирует своим гражданам вот этот вот уровень жизни. Что касается суверенитета, ну, здесь тоже очень много было сказано, для Крыма и Севастополя это очень важно, потому как мы понимаем, что в Конституции, еще раз подчеркивается, закрепляется неотделимость территорий. И в этом смысле это для нашей территории, для города Севастополя, это важнейший вопрос. Ну и, в общем-то, все, что сегодня в Конституции есть, то, что касается самого, наверное, демократического принципа в мире, принципа разделения властей, когда, в общем-то, парламент получает дополнительные полномочия по формированию правительства, по влиянию на исполнительную власть, тоже очень важно. Конечно, важно то, о чем много говорили, о том, что элита страны, люди, которые управляют страной, они должны быть в полном смысле ориентированы на свою страну, то есть они не должны иметь там ни активов, не иметь ни гражданства, ни видов на жительство. Они должны быть россиянами, они должны жить, лечиться, учить своих детей в нашей стране. И это очень важно, что такой посыл, который президент дал в послании, он закрепляется в Конституции. Ну вот это, наверное, основные вещи. Ну и, конечно, мне, честно говоря, там немножко было обидно, что Севастополь и одним из первых поддержал поправки, да, я об этом тоже сказал. Но, тем не менее, они поступили вчера вечером, все необходимые процессы были, процедуры были проведены. Сегодня вот произошла сессия. Как-то, конечно, хотелось бы большего патриотического порыва в патриотической столице России. Но, тем не менее, мы это сделали и поддержали президента, и оказали, соответственно, ему доверие. И, собственно, теперь важно, чтобы 22 числа севастопольцы пришли на участки, где будет организовано общенародное голосование за Конституцию, и проголосовали, поддержали эти изменения. Ну и от нас всех, и от, прежде всего, и от вас тоже зависит, чтобы люди понимали, за что они идут голосовать. Я думаю, и депутаты, и я, в том числе, мы чувствуем торжественность момента. Все-таки не каждый день и даже не каждый год вносит изменения в Конституцию, и решение принято нашим парламентом. Я считаю, что другого и быть не могло другого решения, как только одобрить закон о поправке в Конституцию. Тем более изменения, которые сейчас внесены в Конституцию, в большей части затрагивают именно социальную сферу. То есть позволяет развиваться нашему государству в дальнейшем действительно как социальному государству, которое заботится о социальной поддержке своих граждан. Ведь, смотрите, многие изменения, они касаются именно социальной поддержки. Это и индексация обязательной пенсии, это и норма, по которой минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Это и дополнительные гарантии для инвалидов и пенсионеров. Важный блок касается целостности, защиты границ государства. Говорит о том, что любые действия и также побуждение к этим действиям по отчуждению части территорий не допускается. А это дополнительная защита наших границ, нашего государства, в конце концов, уверенность в завтрашнем дне наших граждан. То есть очень много изменений, которые действительно важны, которые отвечают запросам нашего общества, основным запросам наших граждан. Я думаю, решение, которое сегодня принято в нашем парламенте и в большинстве парламентов регионов Российской Федерации, оно правильное, вызревшее и нужное.